26 обманутых дольщиков дома по улице Иртышская, 24 во Владивостоке, восстановлены в правах. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вручил им денежные сертификаты. Дольщикам будет выплачена денежная компенсация, исходя из рыночной стоимости квартиры, аналогичной по площади, расположению и строительной готовности. В таком случае размер компенсации будет больше суммы, вложенной ранее. Проблема, мы видели, что перекладывалась из года в год. Было принято решение и фондом обманутых дольщиков, Министерством строительства Российской Федерации через его уполномоченные структуры, вот, о выдаче непосредственно вам сертификатов. Поэтому сегодня мы с этим вас собрали, с тем, чтобы вы получили сертификаты, могли дальше строить свои планы, вкладывать куда-то денежные средства, решать вопросы по жилью. Для решения проблемы долгостроя в Приморье разработаны 5 механизмов, которые позволяют выплатить компенсации, привлечь финансирование для завершения строительства домов и ввести их в эксплуатацию. Всегда в домах организуется какая-то инициативная группа, которая нам помогает и доводит до нашего сведения. Вот губернатор не просто там слушает, он слышит. Когда Людмила Николаевна написала ему в личное сообщение, Олег Николаевич сказал: «Оль, займись срочно, там человек находится в бедственном положении». И вот когда говорят о том, что обращаются к правительству, да, Олег Николаевич подчас берет на личный контроль эти вещи, и мы узнаем о проблеме. Полностью искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье планируется до конца 2023 года. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.